Учиться, учиться и еще раз учиться. Этому завету следуют абитуриенты родительского университета нового проекта ДГТУ. Он создан в нашем опорном университете по инициативе губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева. Опорный университет – это на сегодняшний день ключевая структура в развитии региона по всем направлениям. Родительский университет – это площадка, которая позволит общаться родителям, учителям, ученым, психологам, медикам, руководителям общественных организаций. И основная цель – это улучшение качества воспитания, обучения наших детей. Будущие студенты уникального проекта, а таковыми могут стать все желающие, получат профессиональную помощь в воспитании детей. Для родителей эта площадка – решение многих проблем в непростом, зачастую, диалоге поколений. Есть насущные проблемы и актуальные, которые важны для детей в любом возрасте. Вот эти моменты мы будем обсуждать, слушать, что говорят специалисты. И я думаю, что и для специалистов наше мнение будет очень важно. Какие-то вопросы часто дети задают действительно там, с новыми технологиями. Я думаю, для себя я очень много почерпнул. В скором времени обучаться в родительском университете смогут и жители Ростовской области. ДГТУ планирует разработать систему дистанционного обучения. Надеюсь, что это принесет только пользу, только плюс для всех, кто живет и кто захочет общаться с нами и учиться. Желающих учиться в родительском университете оказалось немало. Только за первую неделю поступило 1200 заявок. Сегодня на торжественном открытии этого нового проекта первые студенты получают зачетные книжки из рук Писарёна Чеховича Месхи, ректора опорного вуза Ростовской области. Спасибо огромное за зачисление. Ставлю перед собой задачу закончить этот университет с отличием. Студентам родительского университета предстоит 2 года обучения. По его итогам выпускники получат сертификат. У меня уже взрослая дочь, поэтому, наверное, я уже буду как бабушка в этом университете обучаться. Если предложат, я, конечно же, соглашусь. Еще не записался, но обязательно запишусь. Я обязательно и жену запишу. В рамках открытия родительского университета состоялся родительский форум. На мастер-классах и круглых столах все желающие получили от экспертов ответы на вопросы в сфере образования детей, охраны их здоровья, детской психологии, духовно-нравственного и патриотического воспитания. Альбина Кислица, Яков Кардо, ДГТУ ТВ.